Так вот, за 88 тысяч рублей вы получаете вот такой наборчик, вы получаете три бизнес-места, вы можете делать бизнес сразу на трех местах, и вы вошли в нашу компанию очень интересным входом Welcome Business. Следующий пак премиум для тех, кто любит большие скорости, высокие скорости, для тех, кто хочет не ходить, а летать, для тех, кто носится со скоростью курьерского поезда, для тех, кто работает как ракета, соответственно, заработки у него тоже, поверьте, растут как ракета, все входят вот таким премиум паком за 170 500 рублей. Ну, вроде как сумма, да, внешне кажется внушительной, но, друзья мои, в какой международный бизнес вы можете войти за 170 тысяч рублей не просто, а премиум паком, это премиум вход. Да ни в одну отрасль вас не пустят за такие деньги. Даже чтобы поставить продуктовый ларек на любом рынке, с вас потребуется гораздо больше денег, сил и головной боли. А у нас всего-навсего инвестируешь в свое здоровье и получаешь, так сказать, ну, влет в наш бизнес. Итак, третий пак премиум. Это тот же самый, что и предыдущий, но к нему дополняется замечательный прибор D-Pulse. С одной стороны, это прибор для того, чтобы можно смотреть и тестировать свое состояние. С другой стороны, это прекрасный инструмент для бизнеса. Вот. Но я о каждом из этих приборов, препаратов, аппаратов могу говорить часами. Я это очень знаю, люблю, я 18 лет в этой области. Вот. Поэтому я не буду вам рассказывать про D-Pulse. Те, кто вас, те из вас, кто его знает, пробовал, видит, те со мной согласятся. Вот, кстати, напишите, пожалуйста, плюсики, те, кто согласен со мной, что D-Pulse это во всех отношениях замечательный инструмент и замечательный аппарат. Мне интересна ваша реакция, друзья мои. Вы согласны с тем, что D-Pulse это замечательный аппарат и прекрасный инструмент? Да, я вижу, я не один свое мнение. Вот, по крайней мере, уже, да, даже уже доллары пошли. Да, вот кто ставит доллары, тот D-Pulse использует как инструмент. Кто ставит плюсики, тот его использует, наверное, в основном как тестер. Интересное, да, вот такое сочетание? Отлично, даже есть восклицательные знаки. Итак, друзья мои. Премиум пак 170 500 рублей. И вы получаете три бизнес-места, и вы получаете, ну, наверное, максимальный набор из возможных. Итак, как я уже говорил, где-то в России по телевизору говорят, бушует кризис. Но 2017 год, на самом деле, это не год кризиса в нашей компании, это год процветания для наших партнеров. Потому что компания предложила нам в этом году, ну, беспрецедентные промоушены, беспрецедентные акции. Эти акции настолько, как говорится, вот меня лично вштыривают, что я готов говорить об этом часами. Да, вот разбудите меня ночью, и я вам расскажу про эти акции, про промоушены. Многие из них я уже выполнил. Многие из них, так сказать, я знаю, что люди, сидящие сейчас за компьютерами, слушающие меня, тоже уже выполнили. А те, кто еще не выполнил, друзья, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, нам без вас скучно. Мы хотим вас видеть в своих рядах. Итак, давайте расскажем про наши мотивационные программы. Welcome Business. Мы сегодня будем говорить о ней достаточно подробно, что это за программа, для чего эта программа и как можно с помощью этой программы заработать ну, достаточно большие деньги, даже очень большие деньги для некоторых. Программа недвижимости, уникальная программа, с помощью которой мы за достаточно короткий срок можем приобрести себе любую недвижимость в России в пределах, скажем так сказать, заработанной суммы. Но сумма, поверьте, не маленькая, на однушку в Москве вполне хватит. Автомобильная программа, вот то, что тоже запустила совсем недавно, мы тоже можем с вами получить, ну, практически в подарок от компании «Автомобиль». Мы об этом тоже с вами поговорим. Путешествие на Кипр. Ну, путешествие на Кипр, всегда приятно путешествовать, всегда хочется загорать, отдыхать. А когда ты путешествуешь за счет компании, ну, наверное, это приятно вдвойне. Сколько бы денег ты ни зарабатывал. Ну и, наконец, бизнес-марафон. О нем мы тоже поговорим чуть-чуть подробнее. Кстати, по поводу путешествия на Кипр, я могу сказать, что уже несколько человек, я знаю, в нашей компании этот промоушен выполнил, и за счет компании на Кипр таки летят. Это я и моя супруга Оксана, это Качанов Олег и Марина, это Бородкин Александр и Юлия Санкт-Петербург. И я знаю, что в Екатеринбурге есть несколько человек, которые этот промоушен уже выполнили. Вот. Я еще раз повторюсь, друзья мои, мы ждем вас. Мы ждем вас в наших рядах, мы ждем вас всех на Кипре. Итак, давайте рассмотрим программу. Что такое Welcome Business? Ну, Welcome, добро пожаловать в бизнес, да, всего-навсего. В чем самая главная фишка этого бизнеса? Что как только мы войдем необходимой суммой, необходимым паком для этого Welcome бизнеса, мы с вами имеем возможность до конца этого года получать тройные доходы. Не просто доходы, а тройные. Помните, мы рассматривали степ? 3750 рублей. Так вот, умножьте эту сумму на 3. Получается 11250. Красивая цифра. Замечательно. Мне она очень нравится.
Вот. И эта цифра, она знаковая, потому что две трети из нее, 7500, мы получаем на руки, а вот третью часть мы с вами, ну я скажу об этом чуть позже, куда идет третья часть. Итак, мы рассмотрим два варианта стандартного входа в Welcome Business. Есть за 77250, в основном используется в России, это программатор, это комплект из двух приборов, и Energy, это три бизнес-кита, о чем мы с вами говорили, да, это три виртуальных кабинета, и тройной доход до конца года нам обеспечен. Есть еще один вариант за 88 тысяч, он чуть-чуть посложнее, вот он в основном используется для Европы, там добавляется еще комплект эликсиров, вот, ну, все то же самое, три бизнес-места и тройной доход до конца периода, до конца года. Причем тройной доход, друзья, в той валюте, в стране, в которой вы живете. То есть, если вы живете в России, это в рублях, если вы живете в Европейском Союзе, то вы получаете свою зарплату в евро. Ну, не зарплату, доход, наверное, будет сказать, да, зарплата это для тех, кто работает на дядю. Мы же с вами свободные предприниматели, мы работаем сами на себя, у нас нет будильника, начальника, понедельника. Мы как хотим, так и работаем, правильно? А работать мы умеем, хотим и зарабатываем. Итак, друзья мои, 88 тысяч рублей, второй вход в Welcome Business. Вот теперь давайте рассмотрим программу недвижимости, программу лояльности «Твоя квартира». Чем она интересна? А тем, что эту квартиру мы с вами достаточно реально, достаточно прозрачно можем заработать. Причем заработать, что называется, без отрыва от производства. Как это происходит? Да все очень просто. Чтобы стать участником этой программы, нам нужно войти в Welcome Business. Двумя вариантами. 77, 250 или 88 тысяч. Неважно, первым ли вариантом, вторым ли. Вот. То есть как минимум одним из этих вариантов. И как только мы таким образом вошли, как только мы проплатили с вами три бизнес-места, как только мы проинвестировали в свое здоровье эту незначительную сумму, мы автоматически становимся участниками программы «Твоя квартира». Вот. Кстати, сказать, что мы можем выбрать даже между программой «Твоя квартира» и программой «Автомобиль». Но об этом мы с вами поговорим чуть позже. Итак, дальше. Мы вошли, мы начали работать. До конца года каждый степ 11 250 рублей. 7500 мы получаем с вами, что называется, на руки. А вот 3750, о чем я говорил чуть-чуть раньше, уходит на накопительный счет программы лояльности «Твоя квартира». В скором времени в нашем бэк-офисе может появиться даже специальный такой раздел, целая директория, где вы будете видеть деньги, которые накапливаются на программу «Твоя квартира». Знаете, захожу в бэк-офис, смотрю, мне деньги начислены в компанию, да еще и на квартиру. То есть я работаю, я рассказываю людям о продукте, а мне компания за это платит деньги, покупает квартиры. Во, блин, жизнь, да? Итак, далее. Как только мы дойдем до 250 степов, вот, причем сразу вам скажу, что срок компании не оговаривает, это нужно сделать не за месяц, не за неделю, не за день, это можно сделать и год, может быть и два, так сказать, у нас нет, пока нет никаких сроков и границ, эта квалификация примерно соответствует нашей платине, вот, сумма, которая накопилась в вашем счете, 937,5 тысяч, компания эту сумму готова перевести на указанный вами счет, так сказать, целевого назначения для покупки недвижимости. Это может быть дача, это может быть квартира, это может быть земельный участок, это может быть там, я не знаю, да все что угодно, все, что подходит под категорию недвижимости. Деньгами компания эту сумму не выдает, только недвижимость. Вот такая у нас компания. Хотите квартиру? Не хотите. А вот берите квартиру. Итак, далее. Для тех, кто приобретает жилье, вот, компания представляет беспроцентную суду. Ну, потому что на 937 тысяч, например, в Москве, купить квартиру достаточно проблематично, разве еще что-нибудь убитое в старом фонде. А вот за 2,5 миллиона вполне можно взять приличную студию в одном из спальных районов. Итак, ну для того, чтобы этих денег у нас появились, компания нам дает суду до 1,5 миллиона, там, до 1562,5 тысячи. Эту суду, подчеркиваю, беспроцентную. Мы не платим процент, мы просто берем у компании взаймы и в определенный срок равными долями эту суду выплачиваем. Мы выплачиваем эту суду либо своими деньгами, либо мы можем эту суду не выплачивать. Если мы с вами на том самом логине, на том самом бизнес-месте, где мы вошли в Welcome Business, закрываем от 10 степов в месяц и более. Если мы закрываем от 10 степов и более, мы мало того, что зарабатываем эти деньги, получаем их на руки, мы не платим эту очередную месячную суду, компания закрывает эту суду этого месяца сама за свой собственный счет.
И если мы каждый месяц будем закрывать от 10 степов, нам не придется возвращать эту суду компании. Компания погасит ее за собственный счет. То есть я поэтому говорю, компания дарит квартиры. Вот, ну, подарок, я не могу это назвать по-другому. Это просто царский подарок. Сколько я знаю сетевых компаний, ну, по крайней мере, в России, таких подарков я еще не видел, не слышал, даже что-то близкого не знал. Друзья мои, смотрите, это до конца этого года. Для тех, кто вошел в Welcome Business, мы можем получить в подарок практически квартиру. Итак, смотрите, вот участники программы Welcome Business. Это участники московской команды Олега Качанова. 28 человек. Да? Посмотрите внимательно. Наверное, кто-то кого-то сейчас узнает. Вот. Следующий слайд. Это участники программы, участники московской команды моей Дмитрия Кузнецова. 34 человека, но Welcome Business у нас 51. Видите циферки? Это те цифры, когда люди входят несколько раз. Моя супруга вошла 8 раз в Welcome Business. Я вошел 2 раза. Кто-то входит по 3, кто-то по 2 раза, ну, кто-то по 1, кому как нравится. Вот. Но поверьте, люди делают это много раз не потому, что нам деньги девать некуда, да? Мы умеем считать. У меня, например, высшее экономическое образование, я, как только увидел этот промоушен, сразу понял, сколько денег я могу заработать. Поэтому мы с супругой вошли 10 раз. И это не предел. Я буду продолжать это делать до конца года. Я думаю, несколько раз я это еще сделаю. Итак, а теперь мы можем с вами поговорить об автомобильной программе. Кстати, обратите внимание, и квартирная, и автомобильная программа у нас уже обе запущены. Тот же самый способ, тот же самый алгоритм для автомобильной программы. Все, что вы видели для программы недвижимости, то же самое и годится для автомобильной. Вы можете выбрать то, что вы хотите. Если вы хотите и то, никто вас не ограничивает. Если вы вошли 2 раза в Welcome Business, вы можете купить себе и квартиру, а может быть получить ее в подарок, да, и также в подарок, если вы будете по 10 степов закрывать, получить автомобиль. А теперь поговорим о том, как это сделать на самом деле очень грамотно, правильно и экономично, да. Смотрите, все очень просто. Что нам нужно сделать для того, чтобы грамотно войти в Welcome Business и грамотно начать зарабатывать? На самом деле не так много. Возьмем период, например, неделя. Если вы в течение недели пригласите в бизнес одного партнера, это реально? Как вы считаете, найти человека, просто одного человека в течение недели пригласить его в бизнес? Если вы в течение второй недели тоже найдете еще одного человека и пригласите его тоже в бизнес, одного вы поставите справа от себя, другого слева, это и будет ваша команда, с которой вы получаете бонус первой линии. Таким образом, у вас будет 2 партнера, у вас будет 1150 баллов, и тем самым вы зарабатываете свой первый степ 7500 рублей. Причем плюс к этой сумме 3750 откладывается вам на ваш накопительный счет на квартирную программу. Далее, что делаете? Вы этим людям, которых вы пригласили в бизнес, объясняете, как вы их пригласили, для чего, ну для чего они и сами, конечно, понимают, что нужно сделать, и вы научите их сделать то же самое. И каждый, глядя на вас, сделает то же самое. И каждый пригласит по одному человеку вправо, одного влево в течение недели. Итого, через 4 недели у вас будет уже 4 партнера, это же все ваша команда. У вас уже будет 2300 баллов. Вы закрываете 2 степа, очередные 2 степа, 15 тысяч. Плюс 7500 вам накапливается на вашем накопительном счету, на квартирную, либо на автомобильную программу. Я могу, конечно, по каждой строчке это комментировать, но это довольно долго и утомительно. То есть принцип вы поняли. Каждые 2 недели 2 человека справа-слева учите то же самое делать своих партнеров, и каждый делает то же самое. Тем самым ваша команда начинает разрастаться, друзья мои, и на 14 неделе у вас уже получается 128 человек в команде. У вас уже 73600 баллов. Вот, у вас 73 степа. Для путешествия на Кипр достаточно 50. То есть получается между 12 и 14 недели вы, ребята, закрываете путешествие на Кипр и вы едете на Кипр. Причем заработок ваш составляет 547500 рублей только за этот двухнедельный период. Вот так работает эта система двоичного приглашения партнеров. Вы можете посчитать это, кому интересно, взять листочек, проверить, все цифры верные. Вы сами удивитесь, как можно много зарабатывать денег. Итак, что мы делаем дальше? Мы дальше с вами заполняем эту табличку. И что удивительно, на 18 неделе
мы с вами выполняем квартирную программу или автомобильную по вашему выбору. 512 человек, 294 степа, а нам нужно 250, если вы помните. Заработок наш уже зашкаливает за 2 миллиона. И мы говорим, ну, дорогая любимая компания, а переведите к нам 937,5 тысяч на нашу программу, на ту, которую мы выбираем. Итак, мы становимся практически с вами собственниками недвижимости. Ну, дальше мы можем эту табличку заполнить, да, заполнить, посмотреть, что будет в итоге. Ее можно заполнять, так сказать, далеко. Цифры интересные, вдохновляющие. Но рано или поздно у любого человека возникнет вопрос. Ну, если это все так вкусно и сладко, если за 32 недели мы можем заработать 282 миллиона рублей, то почему же до сих пор мы все не миллионеры? Почему у нас не страна миллионеров? А почему в сетевом бизнесе есть еще не миллионеры? Друзья мои, да просто потому, что мы рассматриваем идеальную систему. Идеальную систему так, как оно должно работать без сбоев. Ну, мы живем в обычной стране, мы с вами обычные люди. И у всех бывают сбои. Кто-то мог заболеть, кто-то мог не прийти. Ну, бывает ситуация. Поэтому давайте мы с вами введем какие-то поправочные коэффициенты. Например, коэффициент введем 0,5. То есть представим себе, что мы работаем в полсилы, что у нас результат только половинчатый, и посмотрим, что из этого получится. Вот, смотрите, мы работаем в полсилы, мы уменьшили с вами ровно все пополам. И что же, к чему же мы пришли? На 16-й неделе, друзья мои, мы выполняем промоушен Кипра. И мы едем туда, мы, вернее, летим. Вот. На 20-й неделе мы с вами получаем программу «Квартира или автомобиль» 295 степов. Всего-навсего, мы работаем в два раза, ну, подумаешь, на две недели отсрочили приятные моменты в жизни. Итак, смотрите, вывод-то следующий. Даже если мы работаем, так сказать, в полсилы наполовинку, то мы все равно можем реально достичь этих промоушенов, причем в короткие сроки. Теперь давайте попробуем ситуацию еще раз загрубить, ухудшить. Представьте, что мы работаем не в два раза меньше, а мы работаем в 10 раз хуже, в 10 раз меньше, в 10 раз, ну, скажем так, ленивее, да, пускай так. Так вот, друзья мои, даже если мы это все разделим на 10, и у нас коэффициент полезного действия будет 0,1, да, не единица, а 0,1. И в этом случае тоже на 20-й неделе мы попадаем с вами на Кипр. Ну вот, поди ж ты, а? В 10 раз мы уменьшили с вами свой боевой ресурс, и все равно мы попали на Кипр. И на квартиру мы попали на 24-й неделе. На квартиру, либо на автомобиль. Итак, даже если наш коэффициент полезного действия 10%, всего лишь 10%, все равно мы с вами за очень короткий срок это можем достигнуть. А теперь давайте доведем ситуацию до абсурда. Мы работаем на 1%. Вот на 1% из 100 мы работаем. Что мы получаем? Ну, на Кипр мы, конечно, с вами не попадем. Но через 32 недели мы вполне можем закрыть квартирную или автомобильную программу. Вот. Вы можете просчитать эти цифры сами, и вы получите те же самые результаты. То есть получается, что даже если мы работаем на 1%, вообще, если бы мы работали на хозяина, нас давно бы выгнали с работы, да, с такой производительностью. Производительность труда 1%, то мы с вами за достаточно короткий срок, за 2, там, сколько, за 5,5 месяцев, да, получаем вариант квартирной или автомобильной программы. Вот так работает наша система. Поэтому, когда я говорю, что эти акции, что эти промоушены, они беспрецедентны, я чувствую, что я что-то не договариваю. Потому что такой заботы о партнерах, таких шикарных, шоколадных вариантов я не встречал ни в одной сетевой компании. Хотя я специально изучал этот вопрос. Друзья мои, мы даже можем увеличить этот период до месяца. До месяца. Представьте себе, что мы раз в месяц пригласим одного человека вправо, а на следующий месяц мы пригласим второго человека влево. И в этом случае, через 32 месяца, то есть через 2,5 года, мы все равно с вами заработаем и квартиру, или автомобиль. Представляете? Одного человека один раз в месяц всего-навсего и научить того же партнера. То есть это даже не работает, это вообще не знаю, ничего не делание. Все как лежишь под пальмой, ждешь, когда банан тебе в рот упадет. И то за 2,5 года квартира или автомобиль. Вот. Поэтому, еще раз говорю, этот промоушен, эта акция просто беспрецедентна. Теперь, как выбрать партнеров, с которыми мы с вами пойдем в эту программу? На самом деле всего три критерия. Они очень просты. Человеку должны быть нужны деньги. И он готов эти деньги зарабатывать. Не просто на диване сидеть, да, и мечтать, а зарабатывать. Второе, человек готов оздоравливаться с помощью наших технологий. Это очень важно.
Вот. Ну, я думаю, таких людей тоже достаточно много. Но этот человек должен, третий вариант, человек должен хотеть либо недвижимость, либо автомобиль. То есть вот всего три самых простых критерия. Три критерии и два партнера. Один справа, другой слева. Просто. Мне кажется, это очень просто. Просто и элементарно. А теперь рассмотрим с вами, как же нам правильно, грамотно войти звездный вход в Welcome Business с минимальными потерями. Знаете, говорится, есть такая фишка — оптимизация налогообложения. Так вот, мы сейчас с вами будем оптимизировать пороговую сумму звездного входа в Welcome Business для того, чтобы войти чуть-чуть подешевле. Представьте себе, что у вас есть клиент, который уже готов потенциально купить комплект АП и Ритм. Или уже купил. Так вот, с помощью этого клиентского комплекта вы можете войти в Welcome Business значительно дешевле. Вот. Если человек уже готов отдать вам деньги или уже их отдал, то вы из 77 250 можете смело вычесть 44 750, это стоимость комплекта клиента. Вы можете также вычесть бонусы первых линий и за этот комплект, и за программатор, это 6 250 и 1875. Итого сумма вашего входа в Welcome Business не 77, а 24 375, то есть в три раза дешевле. В три раза дешевле вы можете войти. Ну, потому что не у каждого, наверное, есть в кармане 77 тысяч, которые он готов так сразу вынуть и положить. А уж 24 тысячи, я думаю, найдет даже пенсионер. Даже человек с очень низким уровнем дохода. За 24 тысячи рублей стать участником программы недвижимости или автомобильной программы и получить уникальные приборы, и получить возможность работать в международной компании, я думаю, согласится любой человек. Далее, если вы уже работаете давно, если вы хотите еще раз войти в Welcome Business по свою собственную структуру, и у вас уже есть программатор, вы можете его продать. Можете его продать по цене компании. И тогда ваш вход с 24 снизится до 12 тысяч. 11 875 будет стоить ваш звездный вход. А если вам не нужен и Energy, то же самое. Вы читаете, продаете Energy, и в итоге вы получаетесь даже в плюсе. То есть вы вошли в Welcome Business, вы получили три бизнес-места, и вы стали участником квартирной автомобильной программы, и вы заработали 2500 рублей на ровном месте. Понимаете? Вот так вот 77 250 может, минуса может превратиться в 2500 в плюсы. То есть как можно входить в Welcome Business, при этом будучи еще и в выигрыше. Есть вход поинтереснее. Называется «Каскад». Это вход с партнером, который справа, и с тем же самым клиентским комплектом, которым слева. То есть слева, еще раз говорю, вы видите комплект клиента, вот, о котором мы говорили на предыдущем слайде. А справа это полноценный партнер, который готов зайти за 77 250. То есть за Energy, D-Info и комплект Up и Rhythm. Тем самым вы можете вычесть из своих денег, из 77, тот же комплект клиента, те же бонусы первых линий. Вы можете вычесть Energy партнера, потому что купит его уже другой человек. Вы можете вычесть бизнес-кит на том месте, где находится Energy. Это тоже купит ваш партнер. Вы можете вычесть еще одну сумму 1875. Это сумма за звездный вход, который начислится на ваш логин. Итого, тем самым, войдя вот таким каскадиком, вы с 77 опускаетесь до 6875 рублей. То есть за 6875 рублей вы имеете полноценный звездный вход, и уже с одной стороны вы имеете партнера, который тоже вошел в Welcome Business, как и вы, и тоже готов строить свою структуру. А если вы захотите продать свой D-Info, то у вас еще будет в плюсе 5625 рублей. Вот так вот можно войти. Но есть вход и поинтереснее. Называю его золотым треугольничком. Это три Welcome Business. Но обратите внимание, там 7 бизнес-мест вместо 9. То есть 2 бизнес-места мы экономим, соответственно, мы экономим на стоимости продукта. Итак, справа партнер, про которого мы говорили на предыдущем слайде. Слева комплект клиента. Мы можем под этот комплект найти партнера, который войдет в Welcome Business к нам с другой стороны, а комплект вы уже ему предоставите. Вот ему это будет стоить дешевле. Тем самым ваши 77 тысяч порогового входа уменьшится на опять на тот же самый стоимость комплекта клиента, на Energy партнера, на бонусы первых линий, на 2 бизнес-кита и на 2 начисления за звездный вход. И вам уже это обойдется всего лишь в 3125 рублей. Если вы реализуете D-Info, который вам может быть не нужен,
то тогда вы будете иметь в плюсе 9375 рублей. Плюс, друзья мои, у вас справа 535 баллов и слева 535 баллов, 575. Вот, вы получаете свой первый степ 7500 рублей, первый удвоенный степ. И плюс первые деньги на квартирную программу. Итого у вас в активе 16875 рублей. То есть вы заработали порядка 17 тысяч рублей. Вы получили первый взнос на квартирную программу. И у вас уже два готовых к бою партнера. Один справа, один слева. И они готовы делать то же, что и что делаете вы. Приглашать. То есть у вас уже готовая бизнес-структура. То, о чем мы говорили в самом начале, когда говорили, смотрели табличку. У вас она уже построена. А теперь мы посмотрим, как можно замотивировать партнера, который войдет к вам слева. Вот тому, который вы предложите комплект. Итак, вы предлагаете ему комплект как спонсор. Потому что если у человека есть деньги, он войдет полноценно. Если у человека нет денег, вы скажете, дорогой или дорогая, я поставлю, я твой спонсор, я тебе помогу, я поставлю комплект. Вот, тебе останется приобрести только Energy, D-Info и 3 бизнес-кита. И ты войдешь полноценно в welcome business. Вот. Тем самым, значит, для этого партнера стоимость входа будет не 77250, она будет меньше на 44750, это комплект спонсора, вот, и минус бонусы первых линий. Итого она обойдется в 29 с небольшим, там около 30 тысяч, но тоже по сути в треть, практически в треть суммы она обойдется. Тем самым вы, получите благодарность от человека, которому вы помогли войти за такие небольшие деньги, вы получите полноценного партнера с другой стороны. Вот. И если этот человек захочет продать свои Energy D-Info, то ему этот вход обойдет всего лишь 2500 рублей затрат. Всего-навсего. Но он получает замечательного спонсора, то есть вас. Он становится в вашу структуру, он начинает работать вместе с вами на ваше общее дело. Итак, друзья мои, я хочу сказать один очень важный момент. Здесь важна скорость. Почему именно скорость? Потому что если вы будете делать это медленно, вас обгонят другие люди и встанут выше вас. То есть те люди, которые могли бы давать баллы вам, чтобы вы зарабатывали, согласно вот тех табличек, которые мы сегодня смотрели, чтобы вы зарабатывали каждый день, они встанут выше, и вы будете давать баллы им. Поэтому даже для того, чтобы оставаться на месте, нам нужно бежать изо всех сил, догонять тех, кто спереди, и не ждать тех, кто сзади. Только в скорости наша победа. Вот, почувствуйте это на себе. Вот есть варианты входа в Welcome Business. Я не буду сейчас их все называть и перечислять. Эти варианты будут, скорее всего, пропечатаны в одном из лифлетов. То есть их несколько. Вот видите, да, 77, 250, 88. Есть вариант для каскадного входа 138, 250. Это для двух Welcome Business. И 168, 870. Это для трех Welcome Business. Вот. Со всеми этими цифрами вы можете познакомиться, когда получите соответствующие лифлеты. Вот. Но это те цифры, о которых мы с вами сегодня говорили. Итак, друзья мои, вот она автомобильная программа. Мы наконец добрались, да? Теперь главный приз в студии автомобиль. Что нужно, чтобы получить автомобильную программу, чтобы получить автомобиль? Да все то же самое. Войти в Welcome Business любым из вариантов 77 или 88. Вот. Получить возможность до конца года зарабатывать 11250 рублей, 7500 на бонусный счет и 3750 на накопительный автомобиль. Вот. Следующим шагом получить 250 степов, использовать эти деньги для покупки автомобиля, того, кого вы выберете для себя. Вот. 937500 компания перечислит на счет того автосалона, который вы выберете. Если вы выбрали более дорогой автомобиль, то компания вам даст ту же самую суду, что на квартирную программу. 1,5 миллиона с небольшим. Но за 2,5 миллиона, поверьте, можно выбрать вполне приличный автомобиль бизнес-класса. Ну, не премиум, но бизнес-класса. Вполне себе возможно. Вот. Ну, а далее то же самое. Суда разбивается на части, возмещается ежемесячно. И если вы закрываете от 10 степов и выше ежемесячно, компания эту суду гасит за вас. А деньги вам выплачивают регулярно. Вот. Все очень хорошо. Тут, как говорится, выигрыш-выигрыш. То есть рисков нет никаких вообще. Вы ничем не рискуете. Вы ничего не вкладываете. Вы только получаете. Вы только зарабатываете. Вы только пользуетесь благами. Замечательная программа. Хотите машину? Пожалуйста. Хотите квартиру? Пожалуйста. Ну, не знаю, что в следующем году компания будет разыгрывать. Ну, может быть, не знаю, может, острова будет предлагать где-нибудь. Может, еще что-то. Может быть, поселение на какой-нибудь планете. Ну, сложно сказать. Мы развиваемся, мы растем. Скоро нам будет тесно на нашей земле. Итак, друзья мои, наши возможности. Оздоравливайся,
обучайся, зарабатывай. Хочешь зарабатывать тройные доходы? Welcome, welcome business. Тройные, пожалуйста, получай квартиру, получай автомобили и становись бизнесменом-международником, развивай свой международный бизнес. Вот. И также путешествуйте с нами на Кипр, мы говорили с вами об этом сегодня, повторю еще раз, мы можем с вами поехать на Кипр за счет компании. Для тех, кто промоушен не выполнит, таких, я думаю, тут таких-то люди тоже будет. Я вам советую, друзья мои, вы можете поехать за свой счет на Кипр, это не очень дорого, это примерно 1000 евро, вы получите удовольствие путешествовать в компании и общаться со своими друзьями и единомышленниками. Вот. 50 степов. До 31 августа вы можете закрыть 50 степов и получить поездку в подарок. Туда входит перелет, туда входит трансфер от аэропорта до отеля, туда входит проживание, туда входит обучение, отдых, и у нас будет торжественное открытие Кипра. Мы будем петь и смеяться, как дети, друзья мои. Я вас всех приглашаю присоединиться к нам. Я говорю к нам, потому что я уже лечу на этот Кипр, я промоушен выполнил. Спасибо вам за внимание. Я благодарен всем, кто был сегодня с нами. Я был очень рад общаться с вами, друзья мои. Я надеюсь, что мы не первый и не последний, ну не первый уже давно, не первый, но явно не последний раз встречаемся с вами как в эфире, так и вживую. Мы рады вас видеть в наших московских офисах, в моем и в офисе Олега Качанова, а также в офисе Зеленоградского Александра Тимофеевича Семенея. Вот. Спасибо вам за внимание, друзья мои. Всего вам доброго. Будьте здоровы.